В оконных витринах Орловского краеведческого музея открылась выставка «Автодорога Москва-Харьков. 165 лет служения России и народу». Экспозиция рассказывает об одной из старейших федеральных трасс Центральной России – М2 «Крым», которая сейчас проходит по территории Московской, Тульской, Орловской, Курской и Белгородской областей. На 6 планшетах выставки размещены более 50 картин и фотографий, посвященных 165-летию автодороги, строительство которой заняло 15 лет с 1843 по 1858 год. Посетители выставки смогут узнать о старинных сухопутных путях, вдоль которых в XIX веке была проложена автодорога Москва-Харьков, сложном периоде времен Великой Отечественной войны, строительстве современной асфальтированной автомагистрали в советское время, ее подготовке к летним Олимпийским играм 1980 года, а также о том, как преображается дорога в наши дни. Выставка до 29 февраля.